Всем привет! Сегодня рассмотрим три Wolf Warrior в топовых комплектациях. Две новинки 2021 года. Это Волк 11, золотистый, King 10 Волк, также на Mini Motors, на Samsung LG батарейке. И всем знакомый Wolf Warrior, также 11 на 35 ампер 60 вольтовый. Значит, отличие данного самоката от 11 это вольтаж. Он идет на 72 вольта. Батарейка у него Samsung или LG на 28 ампер час. По высоте руля, по габаритах он одинаковый, как и на 35 ампер. Моторы тут идут мощнее. Мотор каждый идет по 1500 ватт. Максимальная скорость идет золотого Волка 100 км в час. По углу подъема он идет 50 градусов. Этот выезжает у нас 11 Wolf Warrior на 45 подъем. Младший брат 10, у него моторы по 1100 каждый, он выезжает 35. Главное отличие 10-го – система складывания и его компактность. По системе складывания его очень удобно перевозить, не надо заморачиваться. Его вес у нас 33,8 килограмма по сравнению с 46-48 килограммовыми. И руль на себя и опускаем вниз. Вот. Также его в таком виде можно уже транспортировать. Второе основное отличие — это поворотные сигналы. Вот мы видим, как оно у нас блымает. Впереди светодиод белый и светодиод сзади красный. Если отключить вообще габаритные огни, вот оно так выглядит. Левая сторона, правая сторона, аварийный сигнал. Ну вот правая сторона. И мы видим на пульту управления также, какой у нас включен. Дудка у нас механическая также. Очень громкая. Стробоскопы. Подсветка дополнительная. Если Волка она 11 не переливается, тут она у нас сделана под трубку, она переливается разными оттенками: желтый, зеленый, синий, красный. Можно ее включать отдельным пультом, как и на старших братьях. Можно не пользоваться, это как кому нравится. Длина деки 54 сантиметра с упором ноги, это 70. Ширина деки — это 19,5 сантиметров. Ножка у нас хорошо стоит, но она другого плана. Также она на пружине очень хорошо фиксируется. Значит, по мощности этого самоката, который на 35 ампер час 60 вольтовый, моторы у него по 1200, этот мотор по 1100, тут мотор 1500. Максимальная скорость 100 км в час, 70 км в час, 80 км в час. Почему он называется Wolf Warrior 10? Потому что на нем установлены 10-е колеса. И также отличие тормозной системы. У него тормозные диски меньше, чем у его старших братьев. Wolf Warrior King идет только в желтом цвете, других вариантов его не поставляется. Этот вариант идет в черном цвете, 10-й, и 11-й, также только черный цвет. По 10-му Wolf Warrior это, в принципе, хорошая замена Mantis, Cabo Mantis. Или кто хотел купить себе Wolf Warrior, но его не устраивали его габариты, его большая мощность, его вес. Это, в принципе, неплохая альтернатива к покупке. Покупая данный самокат у нас,
вы получаете гарантию и сервис. Всем классных покатушек. Всем пока.